Здорово, ну что, продолжаем за Анджел бегать тут по кладбищу, изучать материалы. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Так, это выход, да? Семейные что-то тут. Эта тварь еще ищет меня. Похоже, она далеко. Главное, не сидеть на месте. Надеюсь, вы правы. Да, блядь, иди нахуй. Гибель в таком возрасте – трагедия. Удивительно, что кто-то до сих пор сюда приходит. Кто бы это мог быть? И одного не хватает. Из четырех Кларков. Что вот тут сижу, терафлюшку пью. Так как простыл. Выход, да? Это выход. Здесь что надо дальше? Иди нахуй. Это не тот дроид, который вы ищете.
Это другой. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Прячьтесь, живо! Да это велик. Ты велосипедист. А если бы... Мне кажется, лучше не лезть к нему. Не нажал, то что, он бы... Помните, стал бы монстром? Что сказала женщина перед тем, как ее утопили? Девочку должна остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Идем. Я зайду и осмотрюсь. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Нам с тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Насколько рядом? Вот так? Чуть ближе. Еще ближе. Это тот момент, когда ты такой, нам надо держаться рядом, сам ебанешь вперед, этот момент. Что за звук? Не слышу. Не слышу, говорит, притворяюсь тупым. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Эй, сюда! Посмотри на это! Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались, уверен. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Если мост не рухнет. Отлично. Что это было? Мамка твоя, блин.
Ты видишь? Уходим отсюда. Дэниел! Уберите свои руки! Тише. Мэри? Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Мэри, исток всего зла здесь. То есть та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дражайшая Эмми провозгласила себе перед смертью, дабы покончить со злом, должна остановить Мэри. Вы кто такой? Почему так похожи на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее! Вот она! Отколи она у тебя? Я сама ее смастерила. Я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоук. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне! Это из-за куклы она всех убивает. Нет. Ни одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Их еще нет? Нет. Пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думаю, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Да что ты к нам привязалась? Она хочет, чтобы мы шли за ней. Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку. Те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Не отходите. Неизвестно, что там. Подождите! Кыш! Ох, ну и гадость. Эй, вы тут? Понеслась нам. Держу вас! Джон! Помогите мне! Надо бы бежать, как бы, а ты идешь. Не отстает.
Да беги ты нахуй. Кажется, я попала. Анжела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем. Пока Дэниел с Тейлор нас не найдут. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Табурет там мешал. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Но пока непонятно, как именно. Тоже. Жутковато. Я чуть не обделался. В этом был весь смысл суда. Люди, которые сговорились с дьяволом. А почему да. это? Музей девочка Мэри всех увидел. Заложила. Похоже, ее мы и видели. Так-то если разобраться. Это тот же суд, который мы видели в участке. Ужасно похоже.
Почему это? Эй! Взгляните! Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Этой вещи правда больше 300 лет? Здесь все подделка, не настоящая. Может, и это тоже. Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Давай. Окей. Согласен. Давайте. Сработало. Если честно, я не уверен. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Почти разрядился. Все равно сигналом. Ты слышала? Может, что-то слышала. Не уверена. Анжела орет. Народ! Профессор! Это вы там? Может, пойдем отсюда? Где остальных носит? Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анджела уж точно не бросится меня искать. 100 пудов. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да. Я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. В жизни... Спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Не, я им в прошлой жизни был. Выход.
По сюда тоже. Ну, это вот дверь навряд ли откроется. Здесь мы не пройдем. Эйнштейн. Господи. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Хорошо. Открыто. Я его подниму без проблем. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым, но результат же очевиден. Ага. Отлично. Эй, что за... Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. Они прям как живые. Ну и жуть. Что там? Я там что-то видела. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Это вы? Тейлор! А ты меня убил худого, а из Господа нашего Светлогова прости меня. Тейлор! Ты как? Что происходит? Что такое? Там голоса. Это, наверное, с кем-то играть? Я тебя увидела! И она меня тоже! Увидеть. Странно одета, странно говорит. Контент, я так думаю. Какого хера? Прости, что я не был рядом. Женщину ту, похожую на меня, уволокли как какую-то преступницу. Черт.
А нехуй куклы красить. Идем отсюда. Согласен. Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы. Может, возьмем? На, возьми. А зачем? Для самозащиты, придурок. Ладно. Вот, если может, тебе возьмем? Так будет спокойнее. Говорит, на, возьми. А давай. Зачем такой? Ну, господи, диалоги вообще прям на высшем уровне. Чувствуешь? Здесь что-то недавно сгорело. Да, чувствую. Класс. Вдобавок ко всему прочему, тут где-то еще и пироман отирается. Эй, посмотри. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Погоди, я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все, как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. Так, куклы уже там нету. Идем, нам туда. Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать? Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Надеюсь, Анжела в порядке. К тому же, раз детская игрушка сгорела, значит, все в безопасности. Так? Наши друзья отыскали еще одно орудие смерти. Это хорошо. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Давай, давай. Что ж, как бы так сказать. У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам. И часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника будущее. Она лишь дитя. Так что поговорим позже. Ну, это понятно, что все дети озорные пиздят, но вот я просто... Остальные должны быть рядом. Сделаю так. Надеюсь. Хочу. А то нам сегодня ни хера не везет. Так. Женщина, похожая на меня.
Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Пописала мимо ведра. Вот поэтому ее заточили. Так, окей. Даже для писателя здесь нет хэппи-энда. Похоже, мы тут первые туристы за очень долгое время. Так а... Чё, блядь? Ты то, что диалоги прерываются, конечно, пизда. Там что-то... Откуда этот голос? Не знаю. Так, кот этот заебал нахуй. Чё ты там мякаешь? Блядь, я не туда свернулся. Так, камера. Подойди! Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь, видишь? Эй, тише, не психуй, ладно? Да нет же, ты не понимаешь. Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом, когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Да не. Просто похожи. Это совпадение. Так. Ты иногда тот еще баран, знаешь? Это не совпадение. Сраный город сводит меня с ума. Эй, эй, посмотри на меня. Мы справимся. Слышишь? Вместе. Помоги мне, молю. Помоги мне, покуда не поздно. Молчи, женщина. Лишь Всевышний простит твой грех. Лишь о том надлежит его молить. Послушайте, на мне нету греха.
Кукла, вершающая мою судьбу. Детская игрушка. Ничего более. Я клянусь. Я не дрогну. Недуг, что ты принесла, должна очистить. Освободить нас и тебя от зла. Сжечь ее. Молю вас, стойте. Одумайтесь. Нет, прошу, нет. Не надо. Господь, прими душу сестры нашей Табиты, кою дьявол сбил с пути истинного, и распорядись ею. Женщина только что. Это была я. И я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Хоть ты рядом. Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Сейчас Дэниел быстрые пятки покажет себя во всей красе. Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй! Вали отсюда! Не приближайся, ясно? Блять, что это такое? Бежать, бежать, бежать. Ну, бежим! Полено. Просто такой не нахуй.
Говорили! Вам что, жить надоело? Заходите. Эй! Где Анжела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Я уже знаю, на какую концовку это. Черт! Давайте, здесь нужна баррикада! Эй! Эй! Что этот старый дурак там до сих пор делает? Он идет за нами, но зачем? Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Если бы взяли себя в руки и не устроили стрельбу по глупости, он мог пройти мимо. Он не понимает, в какой мы жопе. А ну выйди и взгляни мне в глаза! Даже не думайте выходить. Слышь ты, педрила! Палить в меня нахрен удумал! Хорош прятаться! Надо прогнать его. Нам конец, если тварь его услышит. Так. Полегче, я хочу помочь. Видели эту Чего тварь? Чего ты несешь? Ничего тут нету! Эта тварь убила нашу подругу. Ладно, расскажи мне об этом. Я знаю, звучит как бред, но эта тварь, она погналась за нами. Поверьте мне. Нет. И поаккуратней с этим пистолетом. По-вашему, не говорить про пистолет было умно? Не понимаю, чего вы злитесь? Мы же сбежали, так? В этот раз, да. Но в следующий вы можете пристрелить кого-то из нас. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Почему этот фрагмент вы нам не показываете? Все нам показали, а вот моя. Тейлор и Дэниела, да, вы нам не показываете. То есть она это была... должен делать типа другой игрок. Видимо, сожжение странной куклы не сработало. Тут безопасно. Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Малая, ты тут? Ну все, пизда.
Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя. Но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Авраам. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Пиздос. И сейчас даже был, не было выбора, вмешиваться или нет. То есть вообще уже весь сюжет хуйня полнейшая. То есть сейчас нам предлагают, типа, мы можем вмешаться или можем игнорить. А потом, типа, просто они уже сами все вмешиваются. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Спасибо. Мы еще живы. Это главное. Зачем Мэри было показывать нам казнь своего брата? Не сходится. Мы не видим всей картины. В смысле? Не знаю. Я еще в первый раз подумал, что встречал ее где-то. Я тоже. Я точно видел ее. Но вот где? Мы не должны оказаться в западне! Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет... Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Так. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Выбора нет. Окей. Может, вы правы. Может, оно устанет и свалит. Нам больше некуда идти. Так, и сейчас, наверное, на этом прервемся. Потому что после терафлюшки меня прям вырубает. Вообще. Ладно, это все. Счастливо. Давай. До скорого.